שלום לכם צופים יקרים. דרסטי, סדרגי דרוסיה. חג הפסח uh, השנה הוא באפריל. ואתם גדו פסחה ומסץ אפרילי. ואני רוצה לברך את כולכם לחג הפסח. יחד שהוא בלגסלביטי, פס דרייביטי, פסיח, ספרייזניקם פסח. כל כך הרבה מהבשורות וכל כך הרבה מהאיגרות מלאים בדימויים של הפסח. И... Столь многие части Евангелия и Писания апостолов дают нам примеры, связанные с этим праздником, с песах И уже первый раз, когда мы встречаем Иешуа в Евангелии от Матфея, мы слышим о том, что Иоанн Креститель называет его Агнец Божий. Почему он Elohim? его называет таким именем? Он называет его этим именем Агнец Божий, потому что он Агнец Пасхи, Пасхальный Агнец. Это начинает Евангелие. И когда мы приближаемся к концу Нового Завета, к Откровению Иоанна, Мессия все еще остается Агнцем Божьим. И когда мы будем восседать вместе с Ним в судный день, одетые в белое, мы будем петь песни. לנו, и uh, Откровение Анна говорит нам о том, какие песни мы будем петь. Асе, мы будем петь песню Агнца и песню Моисея это очень красиво. это связывает нас с Пасхой сегодня. Каждый верующий, еврей или не еврей, он должен знать, что Иешуа является нашим Песахом, нашим спасением. Так пишет апостол Павел в первом послании к Коринфянам. הוא הפסח שלנו. און נש פסח. ישוע הפסח שלנו. משיא ישוע און נש פסח. כן. ולכן חג הפסח צריך להיות חשוב לכולם. מפני שהתמונה של יציאת מצרים. התמונה של חציית ים סוף. היא התמונה Это иллюстрация нашего спасения. Как говорит апостол Павел в 10 главе 1 послания к Коринфянам. И поэтому он не только праздник евреев, но он праздник всех верующих. И я хочу благословить вас, чтобы у вас был פרזניק פסח, פולאן רדסטי. מלא דברים טובים לאכול. פולאן חרוש חבישי ידי. ומלא התחברות בין אחים לאחיות. Сёстрами, בין קהילות. בין קהילות. ותמיד לזכור שאלוהי ישראל ומשיח ישראל Лихерут, леор, כן, лихерут, Что Господь Израиль и Мессия Израиля, они вели народ этот из uh, рабства к свободе, от тьмы к свету. И мы также в Мессии верующие движемся от рабства к свободе, от тьмы к свету. Пусть у вас будет радостный Песах. Аминь. Амин.